Ребята из Бердска приняли участие в благотворительном проекте «Книга для Тёмы» в помощь юным пациентам российских больниц. Суть акции в создании книги с детскими рассказами, написанными ребятишками. Книга, которая будет предназначена для ребят, проходящих долгосрочное лечение в больницах. А в больницах в основном какое у них может быть развлечение? Гаджеты, да? Вот, а лучшее развлечение – это не чтение гаджетов, а чтение книги. Именно для этого и будет создана эта книга, которая будет содержать еще и, кроме рассказов, раскраски, еще какие-то активности, чтобы вот получил ребеночек эту книжку, и пока он лежит в больнице, он может прочесть ваши произведения или пораскрашивать, или там кроссворды поотгадывать и так далее. Для того, чтобы детям было проще придумать историю или рассказ, который они будут писать, на мероприятие пригласили бердских писательниц. Они поделились своим опытом и помогли правильно составить будущую историю на бумаге. Здесь я поделюсь некоторыми секретами того, как написать хорошую историю, о чем можно помнить, как придумать сюжет, если никак не придумывается. Ну, надеюсь, будет полезно. Включив детскую фантазию, юные писатели строчили свои работы, и будущие рассказы на бумаге каждого удивляли по-своему. Я про мальчика в школе, у которого было контрольное, и он списывал у отличницы. И там он подсмотрит, и там будет написано «Тиграв». У него фамилия такая, и он подумает, что он неправильно подписал, и зачеркнет, и напишет неправильно. Тёма – это мальчик из далекого села Иланка, Усть-Таркского района Новосибирской области. Ему 9 лет, и 6 из них он болеет, около 4 месяцев в году проводя в больнице. Таких детей, как Артём, к сожалению, много. И организаторы акции решили поддержать мальчика, создав такой проект. Он увлекается сам, учится играть на гитаре, хотя нет близко никаких учителей. Мечтает, что у него будет мотоцикл, потому что на велике он уже умеет кататься. И на Новый год знаете, что он загадал? Он такой патриот, он загадал, чтобы Дед Мороз ему подарил флаг России. И на телефоне у него не какая-нибудь музыка, а гимн России. То есть вот такой вот необычный и очень интересный мальчик. Эта благотворительная акция не собирает средства на лечение. Книги решено подарить детским больницам Новосибирской области, а также отправить их в новые регионы России. Такой проект поможет ребятам не падать духом и обрести веру в светлое будущее.